28 июля по всей России прошел митинг против повышения пенсионного возраста. В Михайловке все началось с заезда колонны по улицам города. К 18 часам на площади собралось большое количество неравнодушных жителей. Митинг, посвященный этой теме, объявляю открытым. Сегодня мы собрались на митинг, организованный по инициативе ЦК КПРФ, как всероссийская акция протеста. Каждый желающий мог подняться на сцену и показать, что ему не безразлична проблема, касаемая многих жителей, которым предстоит уйти на пенсию. Если бы каждый трудоспособный молодой человек, и молодые люди, вернее, не только мужчины, а женщины, работали бы, то тогда было бы кого докармливать, было бы кому платить налоги. Поэтому я предлагаю не увеличение пенсионного возраста, а обеспечить расширение производства и обеспечение рабочими местами трудоспособное молодое население с достойной зарплатой. Кто не успел подписать петицию на прошлом митинге, вполне мог заполнить ее и сегодня. Представители партии КПРФ призывали снять с поста Дмитрия Медведева, уменьшить цены на бензин и вернуть бесплатную медицину. Нам будут добавлять, если мы доживем до 65 лет, по 12 тысяч в год. Но никто не говорит, что у нас каждый год будут забирать 60 до 65, каждый год будут забирать по 140-170 тысяч. Если посчитать за 5 лет, это почти миллион. Что про эти деньги никто не говорит. Или что, когда человек умер, не дожив до пенсионного возраста, его семье пенсию вернут? На эту тему тоже никто не говорит. Поэтому закон этот вредоносный для населения, я за него не голосовал.